Вот так выглядит молодила. На латыни они называются серпервивум. Вот сейчас они разрастаются. Сейчас как раз время, когда они дают деток. Детки у них вот такие милые, забавные. Вот такие на ниточках. Их довольно много на каждом растении. Каждая вот эта вот маленькая почка превратится вот точно в такое же растение, вот как здесь. И они так, получается, как бы перетекают из горшка. Они будут красиво свисать. Деток этих много. Вот такие они забавные. Молодилы здесь разных сортов. Детки есть уже. Вот они такие смешные на ниточках. Вот это, кстати, тоже детки вот этой мамы. Прошлогодние, раньше они появились, поэтому они сейчас уже почти догнали ее по размеру. То же самое будет и с этими малышами. Вот такие забавные растения. Деток вон, видите, много-много. Я уже недавно рассаживала этот горшок. Ну вот все равно он вот такой прикольный. Они выпирают. Мне как раз нравится, когда такой фонтан из суккулентов. В горшке тоже много деток. Вот они. Это другой вид растений. И они поэтому выглядят немножко по-другому. Такие вот. Они покраснеют. Вот эти вот молодилы хорошо краснеют снаружи. Сейчас просто они в активном росте, поэтому зеленые. Сейчас, когда они немножко подрастут, и они тогда начнут набирать свой цвет. И это другой сорт. Видите, у этого длинные такие листики, а у этого вот такие вот закругленные. Он такой в шарике. Он сожмется в шарике. Много-много деток вокруг него. Посмотрите, мне кажется, больше десятка от каждой. Да, а, вот. Вот так вот красненько будет. Вот как этот, который в центре. Вот так он покраснеет. Вот так вот. Будут вот такие вот красные колобки. Просто я недавно удобряла их, и из-за этого они сейчас в активном росте быстро очень выросли, поэтому просто зеленые. А сейчас они уже начнут набирать свою стандартную форму, обычную, и будут тогда уже с красной такой окантовочкой. А вот это паутинистые. Видите, внутри как будто паутинки. Здесь тоже маленькие детки. Это все, что у меня осталось с прошлого года. В прошлом году были и крупные тоже. Но крупные у меня с клумбы поворовали. Маленькие остались. Вот они перезимовали. Сейчас тоже пустятся в рост. Такие забавные с паутинками. Вот так. Тут еще несколько видов седумов. Вот такая композиция.